Больше 1,5 тонн наркотических веществ изъяли в крае за весь прошлый год. Об этом сообщили в Краевом управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Сегодня ведомство отмечает свое 13-летие. За годы существования службы краевые наркополицейские возбудили 32 тысячи уголовных дел. По оценкам ФСКН, среди городов края по количеству таких преступлений лидирует Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, а также Лесосибирск и Минусинск. Сотрудники службы даже обнаружили новую тенденцию. Больше всего сейчас торгуют синтетическими наркотиками. Например, в прошлом году появился новый вид такого психоактивного вещества. Было изъято 12 килограммов концентрата. Сейчас очень серьезная опасность. И озабоченность у нас вызывает широкое распространение, особенно среди молодежи и несовершеннолетних, новых видов синтетических наркотиков. Концентрат, как правило, поступает в больших размерах, изготавливается в Китайской Народной Республике. А каналы поставки во многом идут через Среднюю Азию, с Запада. В том числе с Украиной.